Perfect Nutrition. Pred minútou som rozprával s Nikolou Vajterovou. Nikola Vajterová je slovenská bikini pro súťažiaca, ktorá aktuálne pôsobí v Petrohrade. Na telefónnej linke aktuálne mám Denisa Loginová. Denis Loginov je pre mňa VIP person, to znamená človek, ktorý nie je len môjim priateľom, ale zároveň aj človekom, ktorý organizuje v Petrohrade pre mňa významnú súťaž Grand Prix Fitness House. Aktuálne bude pripravovať aj súťaž Grand Prix Pro Fitness House. A viem o ňom, že je aj trénerom Nikoly Vajterovej. Si čas nadať zdieľať prívod, potom už to načali aj Garl v slováckom jazyke. Majo imi aj Igor Kopček, ja učil sa ruský jazyk boličen 20 let tam nazad, no ja nadejú sa, što ja vse bude poňatno, što ja chaču skazať a v čom ja gavariu. Minútu nazad ja gavaril s Nikolou Vajterovou. Nikola Vajterová je samá lučia bikini pro v kategórii bikini v Slovakii. Si čas ona zanimajú sa trenerovkoj v Piteri. I jeho trénerom je Denis Loginov. Denis Loginov dla mňa je nie toľko druh, je to, že dla mňa VIP person, potom što Denis Loginov proizvodí v Piteri sarevnanie Grand Prix Fitness House. Etom gadu on bude proizvodiť to, že sarevnanie Grand Prix Pro Fitness House. Izlaps imu pomagajet v podgotovke, v poddržke. I dla mňa je očin interesný to, što on stal trénerom Nikoli. Denis, u mňa prvý vopros. Что касается Николи, как тебе она понравилась? Что надо Николе еще сделать, чтобы она была, например, в топ-10 в про-дивизии в категории бикини-про? Ну, я бы сказал, самую главную черту, которую я увидел сейчас, в данный момент, у нее очень сильная мотивация, да, какой-то внутренний мир, который толкает ее на какие-то серьезные тренировки, серьезные шаги. Когда говоришь, Никола, у тебя сегодня 30 минут кардио утром, а вечером тоже 30 минут кардио. Она говорит, нет, у меня утром будет 90 минут и вечером будет 40 минут. Я не заставляю ее тренироваться больше, чем нужно, но она сверхмотивирована. И мне очень приятны такие люди, когда они стремятся сделать чуть-чуть больше, чем от них ожидаешь. Если человек делает больше, чем от него требуешь, он всегда добивается. Это касается также моей жизни, когда я делал всегда больше, чем планировал. Только так можно стать чемпионом. Что касается, чтобы появиться в топ-10, мне кажется, наверное, много нюансов нужно по телосложению пройти. Что я заметил? Я заметил, если говорить о верх телосложения, то это передние дельтовидные мышцы, которые нужно увеличивать, потому что диспропорции все-таки видны. Если есть большая грудь, нужны и плечи. А в данный момент передняя дельта, она покатая, соответственно, ее нужно увеличивать. Я бы прибавил немного ширину спины, я бы все-таки, что мы и делаем, в принципе, да, я все-таки даю нагрузку на грудные мышцы, в отличие от многих номинаций фитнес-бикини стараются не тренировать грудь. Опять же, здесь уже идет определенная физиология человека, если нагружать только спину, соответственно, плечи будут уходить назад, грудные мышцы, если будут не тренированы, соответственно, будут возникать диспропорции в телосложении. И в какой-то момент, как минимум, это может привести к травме. Есть такое понятие осей. В бодибилдинге есть ось вертикальная, горизонтальная. Соответственно, грудные мышцы, они прямо пропорциональны спине. Соответственно, грудь и спина, они должны быть равноценно сильными. Если будет отставать одна или другая область, то появляются диспропорции во всем телосложении. Соответственно, начинают появляться какие-то травмы. Это раз. Я бы увеличил мышечную массу на пресс. Пресс неплохой, он жесткий, но при этом видно, что давалась больше аэробная нагрузка. Я бы увеличил мышечную массу именно брюшную.
больше, конечно, делал акцент, что мы сейчас и делаем, на нижнюю часть пресса. То есть, если сверху он виден, я и даю, в принципе, сейчас больше нагрузки на низ пресса. Соответственно, если идти ниже по ногам, я бы все-таки внешнюю часть ягодичных мышц увеличил. В том числе мы сейчас этим тоже занимаемся. Но нужно понимать, что здесь стоит вопрос как увеличение мышечной массы по тем областям, которые я говорил, передние дельты, пресс, внешняя часть ягодичных мышц, внутренняя поверхность бедра, особенно крепление, где идет коленям приводящие мышцы, это увеличение мышечной массы. Соответственно, никогда не трогала Никола икроножные мышцы, как она мне сказала. Я вижу, что их нужно тренировать. Таким образом мы можем сделать пропорциональные ноги. Соответственно, опять это увеличение мышечной массы. Но в рамках подготовки на соревнования сложно сделать и увеличивать мышечную массу, и сжигать жир. Поэтому чуть-чуть медленнее процесс будет идти, но в любом случае он будет идти. И я, в принципе, понимаю, что нужно сделать, чтобы Никола была не только в топ-10. Я все-таки надеюсь, что в этом году она будет даже в топ-6, 7, 8. Вот такие места бы я хотел, чтобы мы добились на Олимпии. Если бы это случилось, я бы был очень, очень удоволен. Вторая в компании Fitness Pro Team есть Светя Ерегина. Что касается Свети Ерегины, что бы ты хотел об нее сказать? Света Ерегина, я думаю, правильное решение все-таки совместное мы приняли для того, чтобы уйти в профессионалы. Сейчас на данный момент уже отправлены все документы, и мы проплатили про-карту. То есть Света скорости получит про-карту, соответственно, мы подпишем контракт с Андреем Мазалани, ну и, соответственно, здесь уже мы будем планировать приехать, да, и довольно успешно, я думаю, мы выступим. Почему? Потому что Светлана Ерегина, она все-таки, не будем забывать, полгода назад стала абсолютной чемпионкой Арнольд Классик в Мадриде. Соответственно, на этой волне и следующий шаг лучше сделать переход в ПРО и выступить среди лучших профессионалов Европы. Я надеюсь очень на большие шансы. Я надеюсь, что мы будем в тройке. Для этого делается очень много. Опять же, очень серьезные тренировки. Светлана делает нагрузки в кардио. Это кроссфит, тренировки кроссфит. Это очень тяжелые тренировки, там тренируются глубокие мышцы, не только вот крупные наши мышцы. Соответственно, последнюю форму, которую я видел буквально 2 дня назад, мне очень сильно понравилось. Это пропорциональный верх, то есть дельтовидные мышцы очень правильно как бы сидят, да? Передняя, внешняя, задняя дельта, они ровные, одинаковые. Бицепс, трицепс ровные, полненькие, так как нужно. Да, уже начинает появляться хорошо пресс. Светлана очень хорошо спрогрессировала с ягодицами. То есть они довольно крупные уже стали по соотношению даже, что было полгода назад. Соответственно, прибавила немного в ногах. И сейчас только вопрос стоит ужать это все, как можно больше сохранить мышечной массы там, где она нужна, это ягодицы и ноги. В остальном все это, ее тренирует Александр Вишневский, это наш самый известный спортсмен, это про-спортсмен, тоже не будем забывать. Он выступал еще на известных турнирах, там, Ночь чемпионов. А, соответственно, имеет глобальный опыт подготовки многих и любителей, и профессионалов. Я надеюсь, что Света будет в тройке, то есть все будет хорошо. Если ты бы сейчас сказал, кто лучше, Светлана или Никола, для твоего мнения? Светлана или Никола, здесь трудно рассуждать, кто из них лучше. Я всегда предпочитаю все-таки поставить двух человек рядом, двух спортсменов рядом. Потому что, имея уже
ну, не маленький опыт в этом виде спорта. Я знаю, когда смотришь на одного спортсмена, думаешь, какой он идеальный. Он действительно там, у него столько плюсов. Он умеет позировать. Другого смотришь, там, Свету смотрю, допустим, о, Света очень хорошо выглядит. Но я никогда не пойму, и будет непрофессионально сейчас сказать, если их не поставить обеих вместе, Свету и Николу. Если я поставлю их вместе, но я этого делать не буду до соревнований, тогда можно будет понять, кто действительно лучше. А так мы можем только догадываться, как сравнивать сейчас любую спортсменку, которая будет выступать на Мазалане просто по фотографии. Вот это лучше или вот это. Пока они не будут в одном ряду стоять, мы не поймем. Мы только будем рассуждать, думать, догадываться. И только в этот день, там, 4 мая, они могут, ну, действительно уже сказать, судьи, профессиональные судьи могут сказать, это лучше или это лучше. Я все-таки буду дожидаться именно Мазалани. На словацком и слабе я всегда пишу о тебе, что ты человек, у которого есть большая идея, визия, как мы говорим на Словакии, сделать в Питере большое соревнование. И в этом году будет в Питере Grand Prix Pro фитнес-зал. Как происходит подготовка? Скажи немножко об этом. Дело в том, что Grand Prix Fitness House проходит уже 4-й год. Это уже будет 4-й турнир, это не 3-й турнир, не 2 года назад мы начали все это делать. Первый турнир был в 2011 году, а, соответственно, 12-й, 13-й, вот этот 4-й турнир будет. А, соответственно, я бы немного добавил, что Pro будет в категории Open Bodybuilding, то есть это профессионалы большой категории, это не 212. На данный момент мы собираем информацию о тех спортсменах, которые нам интересны. Соответственно, Робину Чангу, вице-президента Pro-лиги, я написал письмо для приглашения тех спортсменов, которые мне интересны. Я выбрал первую десятку. В то же время я понимаю, что не каждый спортсмен может приехать 1 ноября. Соответственно, я рассчитываю на то, что и русские профессионалы, а для меня больше всего интересен Алексей Лесков и белорусский спортсмен Алексей Шабунин, чтобы выступили на соревнованиях. Возможно, еще какие-то русские профессионалы примут участие. Ну, на первое место от России я бы ставил Алексея Лесукова. Что касается остальных спортсменов, соответственно, есть предложение и Кай Грину, было предложение и Фил Хиту, и Деннису Вульфу. Соответственно, некоторые спортсмены дали свое согласие, некоторые нет. Но говорить о том, кто конкретно будет, это еще рано. Это профессиональный спорт, и здесь, пока мы не заключим контракт, оглашать о том, приедет или не приедет спортсмен, мы не можем. Это будет не совсем правильно.